А так поживают мои креветки макробрахиумы в ссылке. Вот у них фильтр. Укрытия кое-какие. И хорошая кормежка. Сейчас кормила рыб мотылем и им бросила. Так они похватали. Едят. Вот они. Побольше, поменьше, друзья. Ночью будут доедать. Десять литров здесь фильтрация, водичка чистая. Раз в неделю подмениваю, нормально вполне. Большая. Нет, это небольшая, средняя. Решила поесть мотыля. Пошла. Такое у них тут царство. Вот сама крупная. Еще одна крупная сидит, не торопится вылезать из-под камня.